На радио Коммерсант ФМ завелся кавайный котик. Вот, сейчас... Где? Покажу. Ну вот он во дворе. Я говорю, милый, а кто его принес? Я не знаю, он сам пришел. Вот он вчера фотографировался прямо в студии. Тут не очень хорошо видно. Очаровательно. Вот, а здесь видно замечательно, смотри. Только громко не ржи, а то на тебя котики действуют как-то. Вот мы сегодня, да, сегодня половина коллектива радиостанции бегала за этим животным. Нет, да. Пытались понять, все-таки это кошка или кот. Я так и не знаю, это для чего. По лицу, судя, это кошка. Ну вот мне тоже так кажется, что это по лицу кошка, это кошка. Безусловно. Сейчас этот зверь где-то ходит. Кошками, по моим наблюдениям. Вот такие новости в новостях. Но вы знаете, что бывает. В плохом месте коты не живут, а значит, у нас уж очень хорошо. Ну, безусловно. Он намывает нам приятных гостей. Да.